Ты еще против меня? Все против меня ополчились. Господи, что делать-то? Если на эскейт нажму, пауза будет, да, вот. Задание. С Ярлом Байрона, Вайтрана. Ладно, пойдем поговорим с этим чуваком. Я не собираюсь никого убивать, я им ничего не делал, они меня просто хотят убить. За что? Я вообще ничего не понимаю. Почему все меня ненавидят? Я уже изгой. Я только начал игру. 40 минут поиграл в нее, и все. Уже изгой. Так, мне сюда ведь, да? Мельница. Вот помнится, меня кто-то просил сделать мельницу. Точнее, сделал конкурс. Ну, в общем, вот. Вот как выглядит мельница. Можно из нее потом сделать в Майнкрафте такой же. Значит, что это? Камни, дерево. Нет, тоже камни. Ну, короче, разберешься. Этот забор на дереве. Не шерсть, кстати. Ладно, хватит о Майнкрафте. Всегда в Майнкрафте. Я играю сейчас в Skyrim. И надеюсь, я пришел, наверное. Наверное, как сказать, как это. Надеюсь, я пришел сюда. Сюда, куда надо, в смысле. Как не русский, а? А где вход-то? Я хочу через парадный войти. У вас есть парадный вход? С какой стороны? Ой. Вот он тут ходит. Так, ладно, я рядом? Да, рядом. Надо как-то просто войти туда. Да, конечно, было обидно, что с первого города меня сразу же прогнали. Я такой весь на одуванчиках, надушенный, пришел в город к ней, в деревню. Нечаянно шлепнул по табличке. И все, меня захотели изнасиловать. Какая-то баба неадекватная попалась. Потом лучники. Эх. Я-то никому не желал зла. Вот так оно все и бывает. Ты тоже злой? Или нет? Поговори со мной. У меня самые резвые скакуны во всем Скайриме. Ого. Доброго пути. На лошадке можно гонять даже. Украсть лошадь. Прикольно. Так, что здесь? Копытные. Вот и вход, по всей видимости. Надеюсь, если не застрял всю игру по сиранием первого населенного пункта. Ну, честное слово, это было не специально. Да вы сами все видели. Да ладно тебе. Я сдался. Не двигаться. Не двигаюсь. Приказ ярла. Молодец. А теперь пошли в замок. Весь краденый товар мы конфискуем и гуляй. Конечно, после уплаты штрафа. Забавно, да? А что я украл-то, я не понял. За что все так сурово со мной? Ой, да, игра пока... Заблуждение меня вводят, я вообще не понимаю, что это такое. Но, похоже, так и должно быть. Я что, теперь бомж? Что, серьезно? Нет, не бомж. Да, странно это все дело. А, с меня... Нет, ничего не собирали. Да, все слишком странно. Ну, ладно, нажму на карту, посмотрим, что там. Так, это где-то здесь. Деревянные колонны. Классно сделано, все хочу сказать. Что за бесцеремонность? Ярл Балгруф не принимает посетителей. А меня послали. И кто же это? А, и чушка, затей. Я так думаю, она понятия не имеет, кто такой Алвор. Поэтому скажу ей просто. Ну, тогда понятно, почему стража тебя пропустила. Идем.
Ярл хочет лично поговорить с тобой. Да, страшная баба какая-то. То говорит, он не принимает посетителей, то он говорит лично, хочет со мной поболтать. Тебе здесь не место. Так значит, ты свидетель нападения на Хелдис. И там действительно был дракон. Ну да. Ну конечно, Ульфрик как-то с этим связан. Что скажешь теперь про Вентус? По-прежнему будем надеяться, что стены защитят нас от любой беды, даже от дракона? Мой господин, нам немедленно следует послать войска в Ривервуд. Дамочка, если угомонись. Если дракон прячется в горах, они в страшной опасности. Он решит, что мы переметнулись к Ульфрику и пошли на него войной. Довольно. Нам не следует. Я не намерен сидеть сложа руки, пока дракон жжет мои владения и убивает моих людей. Арилет, немедленно направь отряд в Ривервуд. Да, мой ярл. Амлет, иди отсюда. Прошу меня простить, я вернусь к своим обязанностям. Это будет лучше всего. Молодец. Весьма разумно с твоей стороны было проявить инициативу и найти меня. Вайтран у тебя в долгу, и я этого не забуду. Вот, прими этот скромный дар в знак моей признательности. Ты еще кое-чем можешь мне помочь. Для этого пригодятся, наверное, твои особые дарования. Идем, найдем Фаренгара, моего придворного чародея. Он занимается вопросами, связанными с драконами и слухами о драконах. Погнали. Так, ладно, мне какую-то броньку дали. Я смотрю, блин, у меня все в долгу, однако все хотят меня еще убить одновременно. Интересно все это дело происходит. Так, клепанная броня. Доспехи 25, а у меня какая? Так же дает. Ну ладно, все равно возьму и одену. Она поинтереснее будет, так сказать. Так, что, у меня все такое же, да, голимое, да? Ладно, пойдем. Ты тощий, как баба, а? И жирный, как пинчуга. Говорят, на Хелген напал дракон. Если такое чудище явится сюда, мы будем готовы. Да, твой деревянный щит тебя спасет, не сомневайся. Ты в драконьем пределе, чтобы поболтать о войне, подобно прочим великим воинам. Зачарование оружия, прикольно. Что? Какое дело? Ты полагаешь, что можешь мне помочь? Я так не думаю. Ярла можно найти в большом зале. Он обычно сидит там, на троне, а не здесь, в лаборатории волшебника. Фаренгас, я нашел кое-кого, кто поможет тебе с изучением драконов. Давай, расскажи ему все подробности. Так кто ж, что ж? Так ярл думает, что ты мне пригодишься? О да, он, должно быть, имел в виду мое исследование драконов. Да. Мне нужна помощь, чтобы кое-что добыть. Ну, когда я говорю «добыть», я имею в виду полезть в опасные руины в поисках каменной скрижали, которая, может быть, там лежит, а может и не лежит. Так. Сразу к делу, да? Никаких «зачем» и «почему». Мне это нравится. Пусть умники мучаются всякими вопросами, верно? Я... узнал о некой каменной скрижали, которая хранится в храме холодных водопадов. На этом драконьем камне, говорят, есть карта с могильными курганами драконов. Иди в храм Ветреного пика, найди эту скрижаль, она, скорее всего, в главном чертоге, и принеси ее мне. Все просто. Оружие дашь? Все просто у него. Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами? Примерно... Окей. Так, Андер, стой, я не закончил. Чары и заклинания для тех... Я так понимаю, ты маг. Думаю, ты оценишь вот это. Да не маг я барбарян. Так, ладно. Одежда. Да нет, не маг я, отстань, все. Такс. Ладно, до свидания. Тебе
тебе пора к храму на Ветреном пике. Ярл не славится терпением, и я тоже, если по совести. Этого дракона или драконов. Как можно скорее, пока не поздно. Конечно, ярл Балгру. Спасибо вам за то, что нашли мне помощника. Я уверен, он проявит себя наилучшим образом. Добейся успеха, и тебя ждет награда. Вайтран будет перед тобой в долгу. Хорошо, ты мне и так уже в долгу. Совсем задолгишься. Что, ты тоже здесь, чтобы моему отцу сапоги лизать? Ты козел, все из-за тебя началось, эй! Меня ненавидит в той деревне из-за тебя, эй! Ну что, ты тоже здесь, чтобы моему отцу сапоги лизать? Ну-ка, говори со мной, козел. Ну что, ты тоже здесь, чтобы моему отцу... Вот бот несчастный, а? Все испортил, не ходит здесь. Здесь тоже сейчас все испортит. Отвернись. Ух ты! Вот это монстр ща. Обалдеть, он что, зубы ковыряет? Супер, чё? Да, я не хочу с таким встретиться. Да, суровые парни. Такс. Ага, значит, погнали. Куда мне? Карта не Вайтрана. Карта мир Эль. Куда идти? Вот сюда. Погнали. Так, как журнал? Так, вил. Маркер хочу поставить. Быстрое перемещение. Забавно как. Как маркер убрать? А, вот. Так, ладно, поставлю сюда. Маркер. А, у меня, по идее, по заданию уже поставлен. Так, телепортнусь сюда. Надеюсь, меня здесь не кастрируют. Ух ты! Карусы какие-то. Да, я... Да-да-да, опасные типы. Ну что, вы все еще хотите меня убить? Или все, успокоились? Я же вас куру украду. Ладно, это шутка, шутка, шутка. На самом деле не хочу ночью никуда идти, поэтому сейчас кому-нибудь нагряну в кровать. Скажу, выметайся отсюда, я здесь посплю немножечко. Нет, не хочу говорить. Привет, а то сейчас опять напали тут придурочные, начнет не адекватиться. Да хранят тебя боги в битву, друг. Да-да, спасибо. Весы какие-то. Торговец. Так, на самом деле, где? Где у вас спальня? Я же, блин, странник. Хочу поспать где-нибудь. Свин и Хельди. Это вот эти два умника, которые пытались меня зарезать. Как им не стыдно только, а? Сделать. Я сказал нет. Никаких авантюр, никаких погонь за ворами. Ну а что ты собираешься делать, а? Расскажи. Разговор окончен. Ой, покупатель. Прошу прощения. Да, давай покупай. Не знаю, что тебе там говорили, но ривервудский торговец все еще... Да, немного того, немного сего. Давай, давай уже. Так, мое. Где мое? Как продать свое? Вот оружие. А, булаву. Топор. Мечи. Мечи. Топор. Так, одежда. Парить. Ладно, ставлю пока. Так, зелье оставлю. Хавка тоже оставлю. Куры, медведи, отмычка. Ладно, я думаю, это пригодится еще. Так, что у тебя есть? Оружие. Ух ты!